Добрый вечер, дамы и господа, обязательно здравствуйте. У нас завершающий матч 10-го тура. Вывеска говорит сама за себя. Махачкала против Владикавказа, Дагестан против Северной Осетии, Динамо Махачкала против Алании, Бердыев против Василенко, Ян Бобровский дает свисток. Поехали. Стартовые составы команд. Начнем с хозяев поля, несмотря на то, что мяч разыграли с центра гости. Итак, состав махачкалинского «Динамо». Главный бомбардир команды из 12 мячей, которые забил Алания в предыдущих матчах. У Машукова 6 забитых. Одна голевая передача. Первый момент игры и гол. Это гол моментальный. После аута, после наброса в штрафную с правого фланга «Динамо» открывает счет. Это Владимир Ковачевич. Я до последнего был уверен, что мяч летит мимо. Я только открыл статистику, что эти команды крайне мало пропускают, меньше всех. И очень мало в этом сезоне забивают. Длинная подача от Кагермазова, но эта подача плохая. Можно и на контратаку так нарваться. Повторная попытка. Еще одна скидка, удар в лед. Опасно. Это опасно, это Сердер Сердеров. Пытался выловить этот мяч. И вроде бы аккуратно выворачивал голеностоп. Внутри стороной стопы пытался мяч туда под перекладину отправить. Ответ Алании. Тарба. Тяжело ему одному всех обыграть. С одним соперником справляется. Дальше подстраховка у «Динамо» работает. Ох, какой пас. Ох, какой Абдуллахи классный. Сердеров. Сердеров с левой ноги. 2-0. Сердер. Сердеров. «Динамо» Махачкала. 2-0. К 20-й минуте. Ну, вам обещали ор выше гор. Ну, вот, пожалуйста. Как здорово работает Абдуллахи. А ну что за приобретение? Ну как они находят этих футболистов? Молодых, талантливых, ярких, способных. И снова чуть не хватает, чтобы зацепиться. Юсупов на подборе. Касентура в штрафной. Не трогать Касентуру. Пенальти будет. Касентура. Удар! Солдатенко хорош. Здесь мяч покинул пределы поля. Угловой удар. Вот еще один супер момент. Ну вот, под конец тайма уже Алания чуть упрощает игру. Уже не стесняется просто забрасывать мячами штрафную соперника. И это к Сумбурту приводит. Удар поворотом, штанга. А здесь? А как? А почему ты не забил? Ну, бог с ним, с офсайдом. Алан Хабалов, ну ты попади, пожалуйста, поворотом. Ну вот в конце, последние 5-7 минут первого тайма, когда пошли удар поворотом. Внимание, Давид Волк отбивает в сторону. Вот момент. Даже таких эпизодов в первом тайме у Алании не было. Не получали они мяч и свободы. Нам вместить на такие большие матчи, разумеется, спрос куда серьезнее. Царукян направлял мяч в сторону ворот в надежде на какой-то рикошет. Ошибка на своей половине поля. От «Динамо» атака. Алании. Мягкий заброс на дальнюю. Можно забивать. Удар в дальний угол. Не попал. Не попал и сразу хватается за лицо. Игрок Алании, кто же это был? Там сразу два игрока абсолютно свободных в красно-желтых футболках оказались на дальнем углу площади ворот Давида Волка. Есть много разных футбольных хитростей в блокноте у Бердыева, которыми он пользуется. Я помню, однажды за несколько минут до конца его команда вела в счете в один мяч. По-моему, это был «Казанский Рубин». А продолжим после атаки. Костюков на Касентуру. Касентура. Ударная позиция. Удар. 3-0. Эгаш Касентура. Разгром. Это разгром в кавказском дерби. Махачкала. Владикавказ. 3-0. Касентура. Что за приобретение? Ну что за приобретение в этом сезоне? Костюкова в аренду взяли. Он сразу идеально в игру попал. Абдуллахи вообще пришел бесплатно в команду. Сделал сегодня все, кроме забитого мяча. Шестая строчка за Шинником, там 16. Дальше Хабаровский, СКА, Тюмень, Химки, Родина. Так выглядит первая десятка. Удар поворотом. Волк. Давид Волк. Я же говорил, он почему-то не ошибается. Нет, не подумайте, что я жду. Но с самого начала матча он как-то ладони ставит. Ну, прям не уверен. Нет, тяжело бить. Неудачно было первое касание. А вот сейчас набросить туда, на дальнюю угол площади ворот можно. Ну, Багаев. Нет, удар. Волк. Волк поймал. Волк герой. Абсолютный герой. Давид Волк. Понятно, что 3-4 человека в атаке у махачкалинского «Динамо» просто кудесники. И сегодня они оборону Алании растаскали. На второй минуте Владимир Ковачевич забил гол. Сердер Сердеров на 20-й минуте сделал счет 2-0. На 67-й Эгаш Касентура
поставил точку. 3-0 в кавказском дерби. Сегодня в Махачкале, как и анонсировали, будет ор выше гор.